блин, не вижу ничего. Просто поле. Чику. Что, ребят, всем привет. Очередная рыбалочка. Вчера отлично половил щуку на жерлице. И когда собрался домой, ребят, оставил их на ночь. Сегодня приехали с Женьком. Женька вчера немного половил живца, вот дал мне штук 10. Интересно, ребят. Вчера уехал я где-то в 2 дня. Не знаю, еще было светло. На жерлице постояли вечер, ночь. И сейчас поедем смотреть. Самому интересно, щука ночью клюет, нет. Сейчас заодно и посмотрим. Вот теперь, ребята, идет небольшой снежочек. Где-то минус 1, что-то около 0. Ну, классная температура. Вчера круто половил, ребята. Шикарно прям. Ставлю сейчас фрагменты. Сколько вчера поймал, вообще вчера бегал. Круто вообще, ребята. Щука прям дернулась. Интересно прям, не знаю. Вот и такое прям ощущение. Ну, классное. Как будто за ночь что-то тоже стрельнуло. И прям, не знаю. Ну, сейчас будет видно все, ребят. Так что предлагаю сегодня порыбачить. Ну, сначала проверка жерлиц. Погнали. Ну что, ребятки, вот такой у нас лов. Хорошая щука. Прям очень понравилась рыбалка сегодня, ребята. Щука вон вся живая еще. Есть прям вон хорошие щучки. Отлично сегодня дернули. Прям шикарно. Новогоднему столу. Я думаю, будет как раз и жареная, и наггетсы сделаем любимые наши. Так что круто. Будем собираться потихоньку. Ладно, Женька разбуривается. Будет выставляться. Но мы едем. Поедем посмотрим, ребят. Первая жерлица, ребят, и сразу загар. Сейчас прокачусь, посмотрю. Так, вижу второй, ребят, загарчик. Опять возле берега. Не знаю, есть там вымотка, нету. 4 загара, ребята. Прям вдавило, блин, ее. Ладно, едем к лагерю и будем смотреть. 4 загара, ребят, есть. Сразу все достанем. Живца. Пройдемся по сработанным. 4 загарчика. Не знаю, будет щука, не будет.
Ну, уже интересно. Здесь у меня здоровый елец стоит. Очень здоровый. Может, сам даже сработал. Унки не замерзли. Ночью было ноль. Как все есть, так и есть. На озере какая-то пена выходит. Вымотка есть небольшая. Вот его нормально так потрепали. Елец, короче, задохнулся, ребят. Его потрепали, и елец задохнулся. Помер. Там такой елец, блин, кабан. Ладно. Женька дал немного живца. Сейчас по всем пройдемся. Перепроверим. Еще одну, ребят, я не заметил. Опять эта сработка получается. О, здесь радует. Полная вымотка. Полная вымотка. Какая-то пена идет. Полная вымотка. Щука есть, ребята. Щука есть. Крупная. Мелкая щучка. Че тут она перечудила, блин. Че тут, ребята, леска уже в зубах. Не понять, блин. Че тут наделал. Вот так как-то. О, за ночь, ребята, сожрала крючок. Походу не получится ее отпустить. Да. Не получится ее. Ну все там в жабрах. Капитально, блин. Ну вот, добрался до очередной сработки. Вымотки нету особо. И сейчас прохожу по жерлицам, ребят. Вот у меня вчера был елец и плотва. Все, что елец был, весь задохнулся. Все, что плотва, стоит на крючках, живая. Соответственно, елец любит более проточную воду. И походу ему не хватает кислорода. О, живой. А что за сработка была? Там елец, что ли, сбил. Так, идем дальше. Тут что-то... А, тут еще петля. Но вымотка нормальная. Почти полностью, ребят, вымотал. Ага, есть. Я грузил вот здесь даже. Хорошая щучка, ребят. Достойная. Нормальная. Нормальная щука. Середочка сработала. Вот так вот. Но уже не пусто, уже не зря. Сейчас тут разбираться надо. Что-то я не понял. Здесь как-то так получилось, интересно. Она там, походу, за ночь нормально поплавала. Что грузила прям сюда. Притащила. Че, ребят, полторашечка?
шикарно. Полторашка пойдет. Пойдет. Вот вчера ставил вот таких крупных ельцов. И нормально. Так. И у меня здесь получается сразу напротив сработка. Ломотки, смотрю, нету. Как-то брала просто. С утра, конечно, вчера жор был хороший. Активно она била. А, тут, возможно, елец сам сбил, ребят. Конечно, щука тут бродила, а тут жерлица. Она тут, он тут в шоке был, наверное, всю ночь. Все, значит, по факту три сработки, ребят, которых вот конкретно поела, пожрала. А две это самострелы. Ну все, обход сделал, темно еще. Живца у меня вообще, ребят, нету. 10 штук у Женьки брал, штук 7, наверное, насадил. Три живца, вот и будем рыбачить. Попробуем второй день. Вчера взяли 9 штук здесь. 2 я отпустил, 7 хороших. Вот. Сегодня за ночь или за вечер 2. Ну, это мелко, я бы, конечно, отпустил такую. Ну, увы, там заглот капитальный. Пена какая-то из-под лунок идет. Кислорода не хватает, походу, уже начинается, ребят. Кислородное голодание. Ладно, чего у меня здесь вот протоптано уже. Все, кайфуем, балдеем. По приезду, ребят, обязательно чищу гусяночку. Вот здесь получается сама гусянка. Подвеска, вот здесь такие подшипники стоят. И вот видите, здесь вот под этим набило. И начало приподнимать. Вот. И пока все это не застыло, не замерзло, вот она нам все вот почистить. Отбить. Потому что течку переезжали, немного хапнули воды. И со снегом сразу это все забивает. Вот у меня три коляски стоит. Я вот на обзоре показывал. А можно 4 вот. Это сюда переносится, это сюда добавляется. Ну вот, когда вот такие проблемы, прям есть пространство, и это очень круто, конечно. Так что не менее много колясок все равно помогает при таком, такой езде. Возможно, да, где-то дополнительные коляски нужны, но здесь они сейчас как раз прям не надо. Идет мелкий снег. Потихоньку расцветает. Просматриваю жерлицы. Пока тихо. Ну, рано еще, очень рано. Так что пока ждем. Так, друзья, у нас снегопад. Причем очень жесткий. Попер. Время у нас без 10:08. Еще темно. Ну, потихоньку начинает расцветать. Чайку попьем. Не знаю, Женька расставился, не расставился. Ну, интересно. Место вчера мы немножко подзорвали. Что будет сегодня? Конечно, можно было все это переставить. Но опять же, у меня живца нету. Лишние движения уже не хочу делать. Так что будем смотреть сегодня что-то как.
Очень красиво. Снег, таежное озеро. И как обычно, замерзшая батарея на китайском фонарике. О, хорошо. Так, ладно, ребят, немного расцвело. Сейчас, в принципе, возможно, будет уже поклевки. Я съезжу до Женьки. Возьму еще живца немножко. Штук пяток. Потому что сейчас, если раздача будет, то мне не хватит, блин. Женьки взял живцов немножко. Отлично. Так, есть немножко. И хочу вот с этого угла немного продолжить середину. Середина вчера под вечер стрельнула. И ночью середка тоже стрельнула. Ну, может, и ночью. Вот так будем думать, что так. Уберу пару жерлиц, которые вчера они не работали вообще. Ну и тут часто все равно, очень часто вот в этом пятаке я сделал. Поставим немного туда. Будем смотреть. Раз, два, три, четыре. Сейчас поставим, ребят, здесь по центру, дальше продолжим. Потому что вот это стреляло хорошенько вчера. И ночью на него мы поймали. И вот здесь я продолжу. Так, ну что, 8:30. 8:30, все. В принципе, все готово. Все заряжено. Луночки почищены, все классно. Ожидаем, ребята. Посмотрим. В принципе, вот сейчас самый пик начнется. Не знаю. Будем думать, будем смотреть. Пока еще дело не пошло, так скажем. Позавтракаю. То сегодня встал, блин, в 3 утра. Пока туда-сюда что-то, пока видео там смонтировал, пока 5-10. Многие, ребят, спрашиваете: че, Андрюха, когда успеваешься? Да вот так, ребят, приходится на самом деле. Ложишься в 11-12, встаешь вот ни свет ни заря, а ночью никак не успеваешь, потому что ничего, надо и на комментарии бывает ответить, и видео смонтировать, а это занимает, я вам скажу, не 5 минут. Бывает, сижу за одним видео по 5 часов за компьютером. И надо и на рыбалку пораньше поехать. И дела по магазину. Короче, как студент. Летаю, как фанера. Сейчас яички, ребят. Хлебушек. Позавтракаем. Мясо. Всем приятного, ребята. Кто сейчас завтракает? Всем приятного. Лучок. Отлично. Ребят,
прям здесь. Прям здесь щелкнуло. Катушка здесь плохая, блин, у меня. Блин, поспешил, а? Выдернул. Ё-моё. Уже же вроде нормально. Тащило, блин. Блин, возле берега стреляет. Вчера здесь тоже были поклевки. Поводки, ребята. Вот так, по... Нет. Некоторые вообще уже плохие. Начинают крутиться. Приходится чаще менять. Не знаю, ребят, выход не выход, но опять сработочка зашевелилась наконец-то, а то я уже скучать начал. Зашевелилась. Побежала. Есть. Огонь. Взяли, ребята. Ну вот больше килограмма, вот они, я не знаю, стандарт берут здесь. Отлично. Вторая подряд сразу сработка. Поздновато что-то сегодня. Мотало как торпеда, ребята. Видели? Сразу, сходу, походу, заглотило. Здесь, кстати, шнур стоит, ребят. Не знаю, он... Вот сейчас вот, допустим, вымотка была. Сейчас на мороз его. Он замерзает. Мне очень не нравится. Снежок идет, ребята. Такой противный. Неприятный снег. Весь уже он снежный. Мелкий, главное, такой. Я люблю, когда большой. Хлопья большие. Снежные. Че, подруга? Как там дела? Да, сходу, ребята, хапнуло. Ну что, ребят, 10 часов, но хоть две сработки. Вот на эту получается. И опять же здесь вчера тоже сижу, щелк. Но я, правда, поймал вчера. Здесь немножко поспешил.
Ну и решил, ребят, убрать те крайние. Поставил вот сюда. Продолжил береговую линию. И вот туда поставил. Там у меня не было. Так, чисто ради интереса. Живец на середине немножко начинает задыхаться. Уже, короче, ребят, начинает потихоньку озеро помирать. Ну что, конец декабря, да, в этом году снега не было. Озеро пожило немножко побольше. Сейчас снегом все задавят, все щели. И снега не будет, точнее кислорода не будет уже. Это очень плохо. Ладно, что, съедем до Женьки. Женек там что-то носится. Но я его плохо вижу, снег такой жесткий. Ну, видно, что что-то бегает. Поймал, не поймал. Сейчас съездим, посмотрим. У Женьки погостил немножко. Тишина здесь у меня. Сработок нету. Ну, где-то полчасика меня не было. Сейчас пока кушали, у Женьки сработка прям возле мотособак. Ну, мелко ушла у него, за лед зацепился крючок. Ну вот, скоро 11 часов. Скоро должен быть выход дневной. Ну, не знаю, может, у Женьки постреляет, а у меня как будто все тихо. Ну ничего, погода прикольная, снег такой, ребят, идет, все снежные, и морозеть начинает. Выезжали, было минус 1, сейчас уже минус 5. Вот такие дела. Ладно, что, будем ожидать. Ребят, он с работочка, смотрите. Только подъехал, еще. О, кстати, та жалюзи, которую я только вот поставил с оттуда, передвинул. Вот она. Да, вон, ребят, есть так, пару зубов. Ну что, братцы, загарик долгожданный. Ну сейчас у нас работал центр. Ну так относительно, как я говорю. Только-только щелкнуло прямо на глазах. И что-то видно, какие-то размоточки идут. У меня еще одна, ребят, сработка. Там в конце еще один. Одна сработочка. Здесь что-то все встало. О, там. Ладно, ребят. Мелкая щука там была. В лунке там что-то поковырялось. Ладно. У нас другая сработка. Ну сразу понятно было, что мелкая. Удар. Видите?
что-то она пустила почему-то. Или нормальный. Вяленько, вяленько, ребят, сегодня. Вообще вяленько. Ну, Женька взял на 600 кило, взвешивал на полторашечку. И у него было 10 сработок. Ну, получается. Стреляет, но непонятно тоже, крупная или мелкая вот такая щука. Ну, я чисто сегодня посмотрел, работают ли жерлицы ночью. Жерлицы работают, в принципе. Были загары, ну, соответственно, как бы приезжаешь, ну, день-два рыбачишь, как бы надо место отдыхать тоже, в любом случае, потому что щука здесь есть, щуки здесь много, ну, естественно, как бы какие-то моменты, куда-то она отходит все равно после того, как здесь уже побурили там, да, или что-то еще, ну, это, наверное, любая рыба, место распечатали, открыли, день-два там ловят, потом надо место отдохнуть. Как бы окунь, хариус, это везде так. Вот. Ну, 12 час. Снежок немножко угомонился. Вот. Ну, что, дожидаемся уже вечера. В принципе, полтора часика, наверное, и все. Так что нормально. Ну, я с уловом, ребята, что, весь доволен. Три щуки. Вчерашние, короче... Всех, всю семью, всех родственников на новогодний стол я обеспечил щукой. Все отлично. Вообще без вариантов, все классно. Есть, ребят, один загар у меня. Опять же на ту же последнюю. А не один, а последнюю. Тут край щелкнул. Край щелкнул. О, здесь, ребят, полная вымотка. Полная вымотка. Ух ты. Завела куда-то. Траву вроде. Но щука есть. Не крупная. Вот здесь трава, ребят, под краем. Час меня не было. Вот щелкнуло. Леска, смотрите, как классно светится, ребят. Специально такую леску на жерлице поставил. 0,4. И она вот прям... Такая, как фосфорная. Вымотала полностью. Я думал, там завела в траву, я думал, там какая-то серьезная сидит сначала. Все, он закровило уже, блин. По жабрам попало. Здесь у меня багорик. Зевник. Закровило уже. Ну, 0,5 килограмма, наверное, щучка. Можно было, в принципе, отпустить такую щуку, я уже поймал, так что жадничать не надо, брать прям все досконально. По мотособаке, ребят, все классно. Прикольно, идеально, я так сказал бы. Ну, я еще особо не покатал. Вот буквально вчера я поменял масло в двигателе. Заменил масло в редукторе. Ну, единственное то, что мы разобрали редуктор у нас. У меня было стекло масла, герметик был не полностью хорошо обложен, наверное. И с одной стороны масло стекло разобрали, почистили. Сейчас, в принципе, даже покажу, о чем говорю, чтобы было понятно. Вот сам редуктор. Вот здесь, ребята, стекло масла. Сейчас я обойду.
вот здесь. Ну, вот мы эту крышку сняли, все вот эти края зачистили, зашкурили, обезжирили, нанесли герметик машинный серый, там есть, ребят, черный, красный, серый, ну, взял самый хороший, термостойкий, вот, и полностью мы прям хорошим слоем все это сделали. Ну вот, все, смотрю, классно, шикарно. На крайняк взял масло с собой, думал, мало ли, ну все хорошо, 75 грамм, ну 80 грамм сюда в редуктор, и все, все, а так все классно, все, теперь лошадка готова к поездкам, на выходные в любом случае попрем на дальняк, в тайгу куда-нибудь. Охота уже, ребят, таежных приключений. Так что поедем. Немного хочу доработать, ребят, собаку. Ну, здесь сами знаете, то, что я показывал на обзоре. Здесь все вот ножки. Если управлять, допустим, таким образом. Ну, у меня есть сани, есть сидушка, которая цепляется вот сюда. В принципе, можно и человеку сидеть, пассажиру. Но сидишь очень высоко, руля нету, и держаться особо некуда получается. Это не особо безопасно. Ну, в целом, все здесь на болтах, ребята. Это все снимается, и остается неплохая площадь такая, ну, для комфорта, я думаю. Есть парнишка, такой рукастый. А я не знаю, он с ним списался. Возможно, ребят, сделаем сюда кофр классный, под цвет. Что-нибудь замутим красивое. Ну, хотя здесь есть багажничек, вот в этот. Тоже здесь канистрочку можно положить, неплохую даже. Что-то еще, ящик рыболовный. Ну, вот под те же масла, чтобы они лежали вот в санях вот так. Видите, как, ребят, вот ехал. Вот это все. Снег вот этот, вот все вот этот от гусяночки пылит. Вот это все. И чтоб он как бы не лежал вот так, какие-то запчасти положить. Отдельно вот сюда сделаю себе сундук под замочек. И будет у меня все уже. Зверь, машина готова к поездкам. Далеко и надолго, я думаю. Не успел, ребят, я промолвить все свои слова, которые сейчас только что сказал, и вот щелкануло здесь, которую я переставлял, на нем уже была сработка крупного ельца. Здесь крупный елец здесь стоял. Ух ты, блин, замерло катушка, катуха замерзла. Тащит, ребят. Что там у меня? Вот так будем ловить, ребят. Кто-то так ловил на жерлицу. Мелкая, думаю, мелкая щука. Пошла вроде опять забирать. Ну, я же говорю, мелкая. Вообще там малышка. Ну, даже там платычка осталась.
Вон. Вот они такие есть здесь. Издевается, бывает. Вот. Ну что, братцы, потихоньку начнем собираться, наверное. Не знаю, будет еще, сработки не будут. Ну, потихоньку начнем уже дела делать. Сейчас вещи, бур, чайку попьем потихоньку. Сумочки приготовил. Погнали наших городских поближе к деревне. Начнем с этого края и будем заходить. Эти пока трогать не буду. Может, стрельнет еще под вечер. Ну, снег, ребята, успокоился, и вот морозик чувствуется. Все, он прям колом стал. Ну, градусов 7-8. Да, вот. Все замерзло. Оп. Все сушить, просушивать. Подвижка живая. Я обычно, ребята, отпускаю. Стараюсь отпускать. Не выживет, а кормовая база все равно будет. Как-никак. Резиночки на руку. И уже потихоньку. Опачки. Все, жилечко. В своем месте. Идем дальше. Что, ребят, все. Смотал жерлички. Вот наш сегодняшний улов. Две небольших. И две хороших. Я думаю, неплохо. Все равно неплохо. Так что рыбалка в любом случае состоялась. Все. Пакуем машину нашу. Жерлички. Все просушивать. Сушить. Домой будем собираться. Красота. Ну что, ребята, все, полностью собрался, все укомплектовал, все снежное. Вон, смотрите, ребят, все замерзшее. Днем был такой сырой снег, а вечером сейчас морозик небольшой стукнул. Все сырое, снежное. Ну ничего, ребята, рыбалка бывает разная. Вот такие перепады не редкость встречается вот во время рыбалки. Налил последний бокальчик чая. Хочу, ребят, выпить за вас, за здоровье. Два дня отловился. По щуке отлично. Новогодний стол будет у нас с рыбой. И с наступающим, наверное, родные. Давайте почаще на рыбалку, не болеем. Я вот что-то чувствую, что... Немного прихворал, наверное. Чувствуется сопли что-то. Ну, ребят, будем нормально. Давайте будем нормально. Уже язык и заплетается. Так что давай, ребята, всем удачи. Пока. Ну все, ребята, за нами чисто. Одни мертвые живцы. Но это не пропадет добро. Это лисы, волки, вороны. Все чистенько, ребят. Вот чтоб всегда вот после вас оставалась чистота. Я думаю... Это несложно. Тем более, в основном сейчас большинство людей уже входят на техники. И пустую, тяжелую, а точнее полную тару, ребят, могут нести.
А пустой уже нет. Вот это неправильно. Все. Давай, кормилец, до дому. Будем ехать, ребята. Все. Гоним. Ух, ребята. Бродят, бляха-муха. Домой.